и Sportbets.com. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. И Sportbets.com. Живой азарт и холодный расчет. Турнира под названием The International 5. Квалификации. Регион Сия. Команда Рейв и команда Signature Trust продолжат бороться у нас на трансляции. С вами по-прежнему Форсешка. И Мобстер, друзья, привет. И, кстати, подожди, я еще хотел бы вам сказать, ребята, очень просили, давайте-ка докажем, что мы настоящая активная комьюнити. И продолжим, и будем обсуждать все матчи, не только по хэштегу в Твиттере, T5.ru. Мы читаем этот, соответственно, по этому хэштегу. Вы можете к нам обращаться, и не только. Поэтому докажите, что мы активное сообщество. Какие-то интересные мысли, идеи, предложения, обсуждения. В общем, все, что пожелаете. А тем временем мы переходим к матчу. Ну, Чена, мы тут пока скажем так, не было нас в эфире, обсуждали то, что Signature Trust могут все-таки забрать Чена для того, чтобы чуть удобнее пушить было. Но они берут Рейзера. Рейзера, который, в общем-то, неплох против Тини, весьма неплох. У Рейв есть Леон и Отини, то есть и Отини это дабл мид. Возможно, ДК даже, блин, ДК на сейф лейн поставить, учитывая, что лишь рак, лучше бы, чтоб он... Ладно, в общем, мыслей много, поэтому надо просто посмотреть, окончательный пик Signature Trust и впоследствии уже что-то решать. Кстати говоря, Рейв пикали Тини два раза и ни разу не выиграли. Видимо, это инфа в этом патче конкретно, потому что на квалификациях они еще участие не принимали. Ну что, Рейв, есть такой герой, как Брюмастер? Он сюда очень заезжает. Ну, он заезжает для Траст, прошу прощения. Вот, поэтому Рейв, возможно, его забанят. А Джейо пикать будет. Пикать, а что же ему пикать? Ну, есть Тени Висп, который пойдет в мидл Леон на отводы. Какой-то кор-герой нужен и хардлейнер, опять же, который не проиграет эту линию. Я думаю, что им неплохо бы какого-нибудь. Мне кажется, им лучше взять какого-то Сэмми Кэрри с прокастом. Потому что Рейзера долгое время будет нечем убивать, если у тебя не будет хорошего прокаста. Ну, как бы Леон есть, но одного Леона будет мало. Бристлбэк. Бристлбэк, в общем-то, тоже неплохо. Тоже неплохо. Может быть, даже ребята из Рейв поступят следующим образом. Ио поставят с Бристлбэком, а Тини, например, на топе будет. Или, ну, я не знаю пока, что тут можно интересного выдумать. Мы все уже видели то, что Рейв дважды пикали Тини, ни разу с ним не выиграли. Поэтому они могут придумывать вообще все, что угодно. Брюмастер, Рейв для Рейв. Он, кстати говоря, опасным персонажем является этот Брюмастер для команды Рейв, потому что первое время он очень неприятен Тине и, ну, в каком-то смысле, Бристлбеку тоже. То есть этот персонаж постоянно замедляет, постоянно накидывает мисы, руками бить не получается, а у Рейв на этом как бы много завязано в пике, поэтому я считаю, что Брюмастер последним баном он должен заезжать. У команды Signature Trust, если они будут пикать Брюмастера, ну, убрали Дарксира, ну, в общем-то, Дарксир тоже там против Тини хорош. Если они будут брать Брюмастера, то тогда лишь Рак, Шэдоу Демон, это два саппорта. ДК и Рейзер они поделят между собой мид, вероятно. Хотя, кстати говоря, может быть, Рейзер, Шэдоу Демон или Шрак пойдут триплой вообще. Я думаю, что триплой, знаешь, как пойдут? ДК поставит мид, Рейзер изи лейн, а лишь Рак, Шэдоу Демон плюс кто-либо еще пойдут в харду. Ну, я думал и про такой вариант. Если Рейв возьмут героя, который, скажем так, Рейзер, которого Рейзер будет убивать, Винтер Виверну взяли для того, чтобы сконтрить Тини с виспом.
Ну, в общем, да, это правильно. Таким образом, у нас получается то, что она, кстати говоря, одну игру выиграла из трех у нас на квалификациях. А банили-то ее очень часто. Банили очень часто, да. Возможно, поэтому только одну из трех. Вот, поэтому заговорился немного. Ну, так бы 10 из 30, Лешрак, наверное. Лешрак. Наверное, будет кор-героем. Кор-героем на трипле Винтер Виверна, Шаду Демон, Лешрак, Рейзер на сейфлейне и ДК в миле. Наверное, вот так вот поступят. Я думаю, что тоже где-то так. Опять же, хорошая дистанция, у них рейнджа есть, подержать можно и где-то надавить. Майпро выступает на Лешраке, Лейкос Разор, это, кстати, его тоже и сигнатурный герой, он часто и на нем выступает. Ну и команда Рейв тоже сейчас пока разбирает героев, покажем и по ставкам. Видим, что опять же команду Рейв считают фаворитом, ну не даром, потому что они себя проявили хорошо на многих крупнейших турнирах, кое-где, конечно, хорошо, кое-где не очень. Но опять же, если сравнивать их с остальной... С остальным азиатским регионом они где-то когда-то, даже не сейчас, вот когда-то чуть-чуть, может быть, в прошлом, они превосходили всех на голову. Прям. Да, и они вполне могли получить инвайт на пятый интернешнл. Да, я вообще просто им очень, чуть-чуть не повезло. Я вообще был в негодовании. Я за рейв и знал, думал, что и получат они инвайт, а остальные ребята будут идти по квалификациям. Но тут вот так вот вышли. Немного, не как я ожидал. Потому что рейв действительно очень сильно старались. И в своем-то регионе они действительно топ-1 были и всегда будут. Да, думали мы, друзья, что небольшой перерывчик у нас будет, прежде чем начнутся матчи европейской квалификации. Но так получилось, что мы успеваем прокомментировать для вас еще одно азиатское BO2. Ну и мы, конечно же, согласились. Как мы можем упустить шанс посмотреть еще одну игру на интернешнале? Да, конечно же, никак. Проблема только в том, что, надеюсь, что будет небольшой перерыв между тем, как начнется первая игра европейской квалификации, чтобы, ну, чуть-чуть привести себя в порядок, привести мысли в порядок, может быть, поизучать более детально команды, хотя, конечно, куда уж более детально, если мы их постоянно видим, постоянно стримим, ибо мы сами являемся частью СНГ-комьюнити. Вот, ну что ж, прекратим разговор на отвлеченные темы и обратим внимание на лейнинг команды Рейв. Тини с Виспом будут, скорее всего, в миде, Джейо на боте Бристлбеком, на топе Никс Леон. Ну, как-то так. Здесь у нас ДК в миде, конечно же, на бот пошел Лешрак фармить и... На топе получается трипла с Рейзером. Немножко мы с тобой не угадали. Я не угадал. Думал, что Рейзер будет стоять соло. Я тоже так считал. Ну, может быть, Signature Trust так и хотят поставить. Просто, может, они не думают то, что Бристлбэк там на бот пойдет. Все-таки Рейзеру лучше против Бристлбэк стоять, как по мне. В смоке Винтер Виверна. Ого! Вот эта курочка, кстати говоря, новенькая. Ну, и в любом случае, если уж и хотели, может, зацепить, но не удалось бы. Смоук этот, что вот Винтер верно выходил, сзади зайдет, чуть пощемит Виспа, пощемит Моштини, лишь чтобы дать какое-то начальное количество крипов для Драгонайта, лишних парочку, правда он так, да, активно старался набить своего крипа, линия, чтобы не пушилась. Ну, я думаю, что в миде у него не возникнет особых проблем, если и рядом-то будут всегда саппорты, всегда, которые могут его засейвить. Таким саппортом, в принципе, должен являться Shadow Demon. Но у него на линии свои проблемы, и Бристлбэк будет являться проблемой для Лешрака, на самом-то деле. Несложно будет его щемить. А топ-лейн, если мы поглядим, тут, конечно, все достаточно просто. Nuke's Assassin ради получения экспириенса приходит сюда и получает этот экспириенс. Лейкл зафармит и не парится. Тоснули сейчас ДК. Ну, продамажить его, конечно, тяжело, пока нету прокаста. Ибо ДК герой очень бронированный. С ним будет... А вот сейчас он появился, он еще только что слил Брэсфайр. Естественно, нет маны у него и на Драгон Тейл. Иду до конца, это First Blood. Да, даже и сказать-то как-то нечего. Недооценил ДК силу вражеского прокаста. И с прогиба был брошен. Да, на миде отдал ФБ. Бристлбека там зонят.
конечно, ему не шибко приятно здесь стоять, но в любом случае он экспу получает. То есть против даблейна можно, можно стоять, можно терпеть. Идет на руну Джейо, там спавнится хоста. Руна хорошая. Может быть, даже с этой хостой удастся, например, Шедоу Демона как-то шлепнуть, не? Да он засейвится. Ну, надо разводить, пусть тратит. Так. Хотя, слушай, проблемки он кетчер. Он очень толстый плюс. Не-не-не, у него первая спина и банку пришлось потратить. Ну, оно того не стоило. Тем более, то, что фласка так пошла. Читай, по пустому месту он вынужден будет потратить время, пока на хосте он тут еще... А, он решил сразу не... Ну, сразу эндштов постакачу. Ну, понятно, веселая у него, короче говоря, жизнь. Ну, поглядим, как он справится со своим хардлинией, со своей хардлинией. На топ-лейн, кстати говоря, перетянулся. Здесь же сейчас находится Леон, пробегая там, помню, Лейклс тут. Ну, можно его как бы позонить, но на самом деле... Разор очень такой серьезный герой, его не позонишь. Он вкачал старик линк в двоечку, пока без плазма филда. Так вот, решил пока раскачаться. Ну да, и конечно же у него есть пассивка, потому что у Никса есть таргет-скиллы, у Леона все скиллы, они в таргет практически кидаются, да, вот поэтому. Тут у нас юнит-таргет, да. Поэтому назад. Хороший тос, но висп немножечко далеко. Да, вот далековато. И правда сейчас, если бы он тизером бы смог его чуть замедлить, спириты бы вошли полностью и более-менее бы, наверное, Драгонайт бы ощутил. А так он свободно ботлом отпивается, абузит обратно его и продолжает стоять нормально мидл лейн. Ну, нормально это громко сказано, потому что пока он на нормально минуте, это пока он... Ну... Он проигрывает уже десятку крипов, прошу заметить. Нормально. Нормально. Это да? нормально. Ему нормально. Ему хорошо. Нормально. Я думаю, что он с этим согласится, что пока его хоть что-то дают, это нормально. Потому что иначе могли бы действительно его серьезно... Да его и будут сейчас серьезно с каждым левелом. Вон крипы, это пополнение маны, этот ботл. Тинь остается в миде, получает экспу. Тот привозит ботл, наполненный с руны. И постоянно вот это вот, конечно, да, это неприятный момент. Приходит Винтер Виверна еще. И тут что она приходит? Пролетел он над клифом. Ну, Arctic Burn есть. Ну, что-то как-то он прилетел. Ну, наверное, он ему старается. Тут надо хотя бы что-то постакать. Я думаю, там эндшит, что-нибудь еще. Все равно как бы лишними не будут. Хоть и забирать особо-то неким. Лес постакать, что еще. Он просто бегает без дела пока что. Икспу нигде не получает. На топ-лейне хапнул икспу Разора. Разор почти пятый левел. Ну, пока средненько. Я вот Бристл Бека, конечно, вот бы еще как-то тоже забурстил. Он, кстати говоря, стак себе сделал. Надо еще. Но его хорошо зонит, что Демон 5 крипов всего имеет. И с экспой, видим, третий левел всего. Разор пока что на топе справляется с Никсом. Он его там перефармливает. Доминирует, я бы сказал, даже вот тут он действительно неплох. Потому что... Это старик линк, ну, сам понимаешь, перединаивать он его может серьезно, а перединаем он еще и линию держит близ себя, поэтому особо-то, в общем-то, не страдает. По сути, если так, на боте у нас произошел размен, Бристлбэк разменялся с Шэдоу Демоном, причем Бристлбэк убил Шэдоу Демона первым, поэтому, ну, размен, конечно, в минус, ну, там более-менее равный, скажем так, размен. Ну, или шрак. По крайней мере, Бристлбэк хоть что-то получил сейчас. Хоть какую-то экспу, то есть для него, наверное, это в порядке вещей. В общем, если закрыть глаза на проигранный декой мид, который он проиграл не потому, что он там какой-то корявый, он, ну там, умер он один раз, отдал ФБ, да, это на самом деле плохо, но в общем и целом все равно бы Тинни его бы перефармливал и напрягал бы, вот, то на остальных лейнах у Signature Trust все более чем хорошо. То есть на топе фармит Razer, на боте фармит лишь Рак. То есть два лейна из трех они в каком-то смысле выиграли. Но у Рейв есть опасная комбинация персонажей. Они могут лучше драться в каком-то смысле. Посмотрим. То есть очень много будет зависеть от мидгейма, который начнется где-то там с 12-15 минуты в зависимости от характера команд. Скажем так. Ну, Рейв свой характер уже показали. Signature Trust я давненько так не видел. Но более-менее должны сверху погиб стан. Никс. Да, задув. Помню, еще со времен Миф Траст была команда. У нас же Траст сейчас Signature Trust. Но они уже тогда были середнячком всей региона, если уж говорить о предыстории этой команды. Середнячок. Миф Траст еще как раз под этим тегом
Некоторые выступали еще на первом The International. Но вот сейчас выступает на квалификациях к пятому. Чуть обновленным составом, но все равно готовы к бою. Столько времени прошло. Тини, наверное, будет у нас приобретать какие-нибудь драмчики. На топе тем временем Razer продолжает фармить. К нему перетянулся Джея, который будет стоять теперь против него. В общем, выигранные лейны и Signature Trust реализуют в поломанные вышки. И поступают абсолютно правильно, потому что они могут это делать. У них пуш сильнее, нежели чем у их оппонента. И, конечно же, больше, наверное, сейчас золото. В общем-то, вот мы видим там 2500. Икспы тоже тут практически 3000, да. Вот это надо все пускать в дело. Идти и давить. Леончик стакает. Стакает леса для Тини. Странно, что тут Висп не повырубал ничего, да, ничего не настакал. Реально за 8 минут он как-то, по-моему, мало чего сделал. Пассивно тусовался с Тини в миде. Чего пассивный Висп. Ну, такой не то, что пассивный, и убивали. Да. То я бы не сказал, что прям латентный. Но видно, как он сейчас страдает. Конечно, нарвались на силы соперника, превосходящие силы команды Рейв. И вот хотя бы оставили кургероев живых. Тини мог бы тоже умереть. Ну что ж, немножко полакомились саппортом. 3.46 монетка получили ребят с командой Signature Trust. У них-то дела действительно неплохо, даже по натворству-то, если глянуть. Разор в миде, Разор на топе, извиняюсь. Выфармил все хорошо, превосходил Нюкс Ассасина. В миде ДК тоже что-то получил, и лишь Рак свое выфармил. Вот оно как. Ну и теперь ребята идут, я все об этом говорил, что все будет зависеть от мидгейма. Мидгейм ребята из Signature Trust решили начать сразу, и вот они, уже поломав одну вышку, перетянулись на мид, загенчили Виспа. Сейчас уничтожат Т1 здесь, если пройдутся по вражескому лесу, завардят, заберут там один стак, будет вообще идеально. Ну, можно спровоцировать драку. Не, вообще можно, драка сейчас у Radiant в разы сильнее, то есть у них много нюков у Лишрака и... В общем-то, ДК тоже герой очень опасный, пытаются злотхитить. Signature Trust, у них-то получается. ДК нормально нафармил. Может быть, тоже какие-то драмчики затарят, партиться на бот для того, чтобы прогнать Никса. Я, честно говоря, не сильно понял, почему именно Никса решили пикнуть рейв. Странно. То есть, мне сначала не показался этот герой таким прям отвратительным или плохим каким-то, да. Но я немножечко... против Лишарака он не хорош. Только. На самом деле этот герой в разведке под Вендеттой хорош, когда он начинает атаку. Вместе с Тини Виспом. Подкопает, да, и с Тини Виспом начинают они вот это вот Ладно, беру свои слова назад. Не так же плохо заходит, но с другой стороны, если бы он выформил чуть больше у себя на линии, а так он выформил, мог бы чуть больше, будь она поспокойнее чуть... и не переденайл бы его так жестко Разор, то он бы был бы еще таким, знаешь, соло-убивателем. Мне кажется, Бристлбеку лучше было бы на топе стоять. Ему, кстати, не очень сейчас хорошо. Он там фармит стаки, судя по всему. На карте какое-то время ничего не происходит. Винтер Виверна забирает невидимость и бежит к миду. Ей бы 6-й левел получить было бы... А он бегает пока 6-й левел. Ну, какой... Получим. Загангаем кого-нибудь обязательно. Razer вообще никуда особо-то не уходил с линии, нафармил крайне много, мека у него уже имеется, ПТ мека полный стик, блинкдаггер у Тини, это неплохо. Я думал, что Крисси будет делать у нас драмчики, но он по итогу решил закупить себе блинкдаггер. Ну, в такой ситуации, наверное, это правильное решение, потому что, гангать, раз уж у него пик вместе с Никсом рассчитан на то, чтобы гангать, блинкдаггер в этом будет только помогать. Вот, а усиливает ганг только левел для Тини в основном. Ну, то есть ему, там, даже если он, аганим, конечно, нафармит, он тоже будет сильнее тосать. Вот, но главное, чтобы у него левел был хороший, а так у него, ему остается один уровень до того, чтобы прокачать на максимум аванс. Интересный смоук, вообще было бы хорошо, может, зайти даже в спину команде Signature, но они очень толстые, их так просто не заберешь. Они свободно начинают там бить Бристлбека, накачивают до конца. Боже ты мой, он просто лопнул. Не дали никаких шансов.
Я старался не давать никаких прогнозов до того, как начнутся квалификации. Ну и команду, но... может быть, ты все же не так сильно знал, поэтому... Ну, именно поэтому я и старался не давать никаких прогнозов, потому что все-таки надо посмотреть, как играют команду. Но учитывая то, что демонстрирует Signature Trust, видно то, что явным фаворитом Rave не являются. То есть, может, как-то... Уже, да. Как-то они сильнее играли все это время. Они подготовились, Signature Trust. Я вижу, что они подготовились, да. И видно это и по стратегии, и по игре, и по всему остальному, и как они... сейчас начали играть, меня действительно радует. Всю жизнь их, как бы, всю свою комментаторскую жизнь очень часто я за ними наблюдал и скажу сейчас, что ребята молодцы. Есть релокейт на топ, надо пытаться драться здесь, потому что нету Рейзера на данный момент. Ой, он еще застанил, убил вышку свободно и неужто так оставит все это в покое? Странно, что, ну, они тут... Тини с виспом накоцаны. Ну, блин, там надо было драться. Они имели численное преимущество. Причем там не какого-то жалкого саппорта не было. Там не было жирнющего разора с мекой. Если сейчас Signature Trust опять соберутся вместе и пойдут по одному из лейнов, драться с ними будет практически невозможно. Надо какие-то соло-фраги делать. У них был, ну, это, конечно, не соло-фраг, но более выгодная позиция. Рейв надо использовать свою позицию, более выгодную, да, во-первых, мобильность на карте, для того, чтобы не подпускать соперника к вышкам, как минимум сплит-пушить, а как максимум, возможно, даже делать какие-то фраги. Для того, чтобы делать какие-то фраги, Никс должен искать, это раз. Для того, чтобы делать какие-то фраги, нужно иметь вижен во вражеских лесах, это два. Пока что Рейв имеют варды только на границе, скажем так, своей половины. Ну, да, защищаются от нападений соперника по возможности такими вардами, и руны при этом контролируют. Ну, не очень удачно пока, как мы видим. Хотя киллов было сделано мало. Сейчас могут по большей степени еще киллов-то нормально так на... Идут вардить. И те, и другие, да. Идут вардить Signature. Вот сюда провардить сейчас, скорее всего. Да, что-то демон уже заходит в рушпит, поставит на спот. Ну а теперь надо либо мид давить, либо дефать что-то, потому что 2 Т1 вышки Signature Trust отдают. Ну, если они пушат мид. Если они не пушат мид, то они одну только отдают. Ну, решили подраться. Походу, да. Но это можно назвать дракой. Если они сейчас начнут пилить вышку, думаю, реакция от команды Rave будет незамедлительной. Ну, не знаю. Драться-то с ними, наверное, никто сейчас не захочет. У ДК еще, кстати, нет БКБ. Если Rave хотят подраться, то лучше сделать это сейчас, пока Black King Baron не купил. В противном случае его убить будет просто невозможно. Надеюсь, Razer делает аганим. Тини тоже, кстати говоря, делает аганим. Ловят Леона. У Леона есть телепорт, но он его не прожимает. Он вот так спокойненько уходит. Да, опыта у Рейв хватает в том плане, ну, на героях, на саппортах, да, опыта у них хватает, потому что Shadow Demon у нас 5 уровня, Лешрак еще ультимейт не качал, ну, Виверна 6 уровня, но с другой стороны тут Леон 6, Ио 7, аж Бристлбэк 8 левела, то есть, по идее, экспы, ну, практически нет преимущества по экспе у Signature Trust, а вот в золоте оно сохраняется, ну и плюс пуш потенциал их не дает покоя Рейв. Приходится постоянно сплит-пушить, что-то предпринимать. Ну, попытка неплохая. Они отыграли там чуть экспы этим сплит-пушем. Фактически экспа в ноль ушла. Ну и по голде держится пока что. Не дают команде Signature Trust по деньгам закрепиться. Но, с другой стороны, Signature Trust пока еще делает слишком мало, чтобы получать слишком много. Киллами они свои пуш-действия какие-то или прочие вот эти вот мувы не подкрепляют пока что. Боятся немного, но скоро уже бояться будет им... Ну, скажем так, наверное, нежелательно, я бы так сказал. Решили просто дофармить артефакты, которые уже почти готовы. БКБ на ДК и Razer, ну, наверное, все-таки тоже БКБ сделает здесь. Ладно, БКБ можно. Разрешает, БКБ. Нормально. Я так подумал, просто аганим он будет слишком долго фармить. И тут, к тому же, при наличии двух блэкинг-баров, Razer с ДК вообще не убить, скажем так. Поэтому БКБшка-то нормально будет смотреться. Ну, купил куртку себе. Разор. Рядом с Shadow Demon сейчас стоит на лейне фармит. На топе у нас запрятался в лесах Лешрак, которому нужно купить рецепт Бладстоуна. Вот прежде чем начнутся драки, Бладстоун, конечно, хочется иметь, чтобы как минимум иметь возможность заряжать его.
давят Т1 вышку. Сейчас рейв будут ли отвечать дракой? Signature Trust. Станчик не попадает. Ну, даже ну, не смог скастить Майпро. Врывается Крисси. Отлично, он дал рассказ Шэдоу Демона. Джейо подставился под вышку и под ДК. Висп спасает релокейтом товарища своего. Отлично. А второго уже никак не спасти. Да, второго уже не спасти. Решил выбрать, ну, одного из двух. Ну, с другой стороны, идти не уходить как-то. Я разгадал стратегию. Я разгадал стратегию команды Signature Trust, виспа то, что подрезали. Когда ДК получит 16 левел, у ребят будет два синих дракона. Но есть еще и Shadow Demon, который может дать disruption, и у них будет 4 синих дракона. И какого синего дракона бить? Вот как-то так. Видели мы уже, кстати говоря, комбинацию ДК плюс Винтер Виверны. По-моему, там тоже и Shadow Demon где-то, возможно, был на китайских квалификациях. Выглядит это, конечно, забавно, когда 4 дракона просто летают у тебя на хайграунде. Цепляет убить Винтер Виверну, да, но он тут, возможно, до Клиффа не долетит. Хотя вот себя он спрятал в глыбу. Далее MyPro Lightning Storm отгоняет соперника, плюс Брасфайром задувают, отступают. Ну что ж, неплохо. Не разбрасывается фрагами. Никс копит денежку на дагер. Да, что же еще ему нужно? Ему нужно грамотно войти в драку и подкопать того, кого надо. Порой это нужно сделать быстро. Мне кажется, лишь рак главная цель для рейв, потому конечно, что он ДПСит крайне много. На данный момент больше всех. На данный момент. И убить его, мне кажется, проще всего. Да и БКБшки-то у него нет. Ладно, ты будешь на ДК там подкапывать еще кого-то, они врубят БКБ, и фактически ты не успеешь, скорее всего, подкопать. Это и Разора касается, и Лишрака. А вот, о господи, Разора, извиняюсь, и ДК. А вот Лишрак, к сожалению, пока к этому не стремится. Хотя тоже потребуется. Рошана пока что никто не трогает, у обеих команд нету возможности этого Рошана быстро уничтожать. Блэкинг Бар появился у ДК, и Рейзеру осталось... Ну вот как-то долго ребята покупают. Отпустили они Тини, отпустили оппонента. Появляются айтемы и у команды Рейв. Тини доберет скоро Аганим, ему чуть-чуть осталось. Джейо с Вангуардом. Кримсон Гвард, возможно, не будет делать, ну, не знаю. Так, Винтер Виверна у нас заденаяла вышку, а Никс вместе с Леоном ищут два таких копателя. Один может подкопать, второй может подкопать. Интересный мув, причем идут собственные может, лесы. Может, все это плохо закончится, да, сейчас. Да, плохо. Брестфайр, Виндетты нет, Плазмафилд, ДК гонится. Ой-ой-ой. Топаут, да, молодец, молодец. Все, выжил, хорош. Нет, спрятали. Я уже думал, он улетел. А и вот что, Виндетта до сих пор нет. Да, он без ТПшки был. Он на блинке ушел куда-то в лес, там застрял и умер. Мог все бы вот так вот попробовать уйти, не? А, он там застрял. Не получалось. Ну, печально, если он застрял. Ну, испугался соперника. Перенервничал. Да, перенервничал, в лесу застрял. Ну что ж, 8-3 пока в пользу команды Signature Trust. Да, киллов немного, тут не поспоришь, но зато потихонечку идут к цели Signature. Поэтому, не рискуя, думаю, что накапливать преимущество они таки могут такими вот действиями. Даже и без киллов пушить начинают они Т2 в боте. Какие-то действия, казалось бы, могут рейв предпринять, но опять же это сложно. БКБ у Dragon Knight, БКБ скоро появится и у Razer. Там... Тем более смотри, это сложно будет инициировать. Последней Т1 вышки нету. Т2. Последней внешней, да, вышки нету. И команда Signature Trust сейчас что может... Ой-ой-ой. Да. Ой, молодчик Винтер Виверна, но чуть-чуть мало хп у Shadow Demon. Разворачивается драка после того, как Shadow Demon отъехал. Формы у ДК нету, но у него есть Blacking Bar. Razer присасывается... Нет, у него уже кончился, он там урона, походу, не пересосал. Лишрак получает палец от Леона, бежит за ним сейчас в надежде убить и практически его убивает. Да, убивает по итогу. Драка очень сильно растягивается. Убили двух саппортов с одной стороны, двух саппортов с другой стороны, при этом потеряли Т2 рейв. Ну и по итогу рейвы получили поменьше золота. И экспы тоже поменьше получили. Слушай. То есть даже в такой ситуации выиграна драка за Signature Trust. Интересно, интересно. Рейзер там кастанул статик линк, я не видел в кого, но он там урона практически не пересосал. Но на такой минуте это, в общем-то, даже не так уж и важно, потому что урона у соперника немного, это не критично пересасывать дэмэдж. Плюс сам Рейзер дает много дэмэджа с помощью, ну, в длительной, в затяжной драге с помощью плазмофилда, который он там раза два за драку может дать, и ульты.
которая тоже нормально шалушит. Сколько у нее там дамаг? Полтинник. Ну и интервал 0.6. Ну, нормально, нормально. Еще единичку армора режет. Приятно, у Тини брони-то там совсем нет, скажем так. Рейзер делает, доделал БКБ. Да, успешная драка, опять же, и вот почему. Вот, я даже по одной не знаю. Из причин. Даже не знаю, что лучше-то сделать. Напасть на Рошана сейчас из для Signature Trust или попытаться пойти на хайграунд, как ты вот считаешь? А, ну, в ближайшее время, по крайней мере, точно ни то, ни другое, я думаю. Все ты зависит думаешь, от ситуации. Ты думаешь, что они все-таки подфармят? Не, ну, могут я думаю, и так что поступить. Да. Они могут... не станут. Во-первых, там Тини неплохо сейчас запаковывается, и Рейв просто не то, что даже не позволит им ни туда, ни сюда не позволит. Они будут сами их искать, где-то, возможно, смоук от Рейв. Я бы посоветовал им где-то даже засмоукать или с Никс Ассасином скооперироваться, найти кого-то. Им нужно пока потянуть время, чтобы их кор-герой, их Тини, стал гораздо сильнее. Ну, задача Рейв именно в этом и заключается, поэтому им надо сплитпушить. Но Signature Trust, если они будут разделяться по одному, то релокейты, вендетты и так далее, это может все доставлять большие неудобства. Придется сейчас топ подефать, но как-то, по-моему, Signature Trust все равно. У них есть вообще хоть что-то. ДК с даггером для инициации. Инициация у Signature Trust не представлена в явном виде, поэтому приходится ее делать искусственно. И смог от Signature. Прямиком в лицо они идут. Достаточно простой путь нарисовали. Прям по диагонали, если... то мы точно кого-то встретим. Если Бристл Бэка шлепнут, то у Рейв будут проблемы. Можно будет пытаться зайти. Ну или сфорсить байбек, если у него там деньги есть. Но денег-то что-то у него не шибко много. Он фармит эншентов сейчас. Как-то неуверенно Signature пробегают. Не вот так вот почему-то решили бежать. Но, к сожалению, на миникарте очень криво все это рисуется. ДК прыгает на виспа. Возможно, даже не выпустит его из стана. Минус висп. Ну, фраг, конечно, не сильно важный, но приятный. Почему бы нет? Форму потратить пришлось, поэтому есть смысл идти дальше. Ну, а, у ДК реген в банке. Да, тогда норм. Тогда норм. Кстати говоря, в этот момент команда Рейв пытается забрать Рошана с помощью Бристл Бека, там, у которого есть сопельки. Он... снижает броню Рошину. И вот, кстати говоря, с Аегисом-то Рейвы смогут. Но в этот момент, пока есть Драгон Форма, она еще и половины не прошло. Очень серьезно надамажит построением на хайграунде команды Signature Trust. Поэтому ну, всем придется возвращаться. Сейчас... драться придется Аегис в руках. И релокейт, возможно, потребуется, но Тини сейчас около Рошпита, Висп там где-то, ну и, наверное, Signature тут задумается, а да. Стоит ли дальше идти. Думаю, что нет. Скорее всего, отступят. А вот это время, опять же время, которое выигрывает за собой Рейв. С Аегисом, возможно, будут чуть аккуратнее играть Signature. Чуть раскованнее, возможно, стоит сыграть Рейв. Опять же, реализация Аегиса тоже отдельный пунктик в этом меню. А, ну и, наверное, сплит-пуш. Вот никакого, да, никакого другого. Все еще должны. Надо тянуть время. Идти не вроде бы на первой позиции, но итемы, которые ему нужны для выживаемости, это еще достаточно, ну, такой список-то большой. Учитывая некоторых героев команды Signature. И БКБшка понадобится. И атак спид, возможно. Помнишь Тини с Муншардом? Да, помню. Реально неплохо смотрится. Ну, я думаю, что классический здесь будет но все даже... же выбрать Кирасу, потому что там Разор и эти товарищи. Да, по-другому никак. На самом деле, Рейзер очень сильно контр Тини. То есть при наличии каких-то артефактов у Тини он все равно не сможет полностью, скажем так, покрывать то количество импакта, которое Рейв необходимо делать в этой, скажем, игре, чтобы выиграть. Ну, так про любого можно героя сказать, что одним героем игру не выиграешь, но Тини ключевой персонаж, а Рейзер этого ключевого персонажа контр в каком-то смысле. Знаешь, еще благодаря нашим зрителям и Твиттеру сейчас узнал, что ребята, видимо, реально любят синих драконов. Во-первых, Dragon Knight, во-вторых, Winter Wyvern, а в-третьих, Курьер. Ну да, Курьер еще. Я, кстати, думал, что у них золотой. Золотой у Рейвов. На этих товарищей просто синенький дракончик такой. Ну, тоже забавный. Ну что ж, неужто встретятся? Тут так ведет себя Леона. Вроде бы... ну, вроде бы товарищ ниндзя-буги. Ну-ка, иди-ка ты фармика Себлинг Даггер. Где-нибудь по местах поспокойнее. А то так можно и влипнуть. И вряд ли соберешь его. Он просто старается, опять-таки, импейлами толкать линии, чтобы выигрывать время и так но далее. Ну, это, по-моему, не его задача, а немножко других людей. Ему бы где-то там, опять же,
сзади стоит прикрывать. Но в соло таким лучше не заниматься. Ну что ж, Тини действительно отрывается потихонечку по фарму. По крайней мере, это уже заметно. И, глядишь, таким образом, ребята, пока еще есть Аегис, могут еще продолжать. И продолжать Аегис уже почти 3 минуты просуществовал в руках у Тини. 2 минуты остается. И будет ли какой-то где-то выпад? Глядим сейчас. Мом он врубил. Я думаю, что он вряд ли бы тут стал нападать на Лишарака. Кто знает, какая засада может быть. На хосте прыгает сейчас на Нинджа-Буги, уничтожает его. Тут откапывается, жмет стики, но не переживает. Моноберн дали. С гемом ДК. Ну что, неужели не пойдут? Здесь вряд ли. Линия слишком допушена, так пропушена. Но пока на топе Тини еще не слишком близко к Товеру, есть время хоть что-то сделать. В противном случае времени уже не будет. Да ладно, ты что, не привык? Пофармят они и пофармят. Ну ладно. Они не заходят. Это я понимаю твое желание, чтобы они поскорее зашли. Понимаю, от чего, но они не станут делать это так быстро. А вот с Тини бы разобраться не помешало. Ему в открытую дают бить Т2, и не то, что даже бить Т2. В общем, не забрать Т2. Ой, ТПшки пошли на блинке, уходят. ТПшки быстренько, ну и да вряд ли кто-то ему что-то сделает. Никто его не поймает. В общем, Signature Trust вот в этом моменте сыграли очень спорно. Они и не зашли на вражу. То есть они видят, что Тини идет по топу. И где-то в миде стоят и думают. Делай решение, принимай решение. Либо дави мид, либо партись его дефать. В итоге и не так, и не сяк. Тини просто взял и целую вышку уничтожил. Это грубая ошибка. Возможно, ребята думали как раз-таки на ту тему, стоит ли заходить сейчас. Я согласен, что против Тини, у которого есть Эйгис, заходить нельзя. Хоть там мне хочется, чтобы ребята из Signature Trust и Рейв поскорее схлестнулись друг с другом. Да. Но на самом деле... Оттянуть хотя бы Тини, чтобы он Т2 не забрал. Ну, бы, это было бы для правильное него решение. Это был бы выбор. Либо Т2 ты забираешь, либо тебе чуть проносит уже Тир-3. Разница-то есть. Ребятам из Signature Trust определенно надо было одно из двух выбирать. Ну, мне кажется, что безопаснее было бы просто подефать этого Тини. Бристл Бэк с БКБшкой. Ну, уже преимущество нивелировалось. Все то, что было у команды Radiant. И айтемы уже имеются у Рейв. И левела. И они готовы дефать. И Бристл Бэк скоро 16-го будет. Так что не завидую я ребятам, а у них на Рейзере до сих пор нету одного из главных артефактов Аганима. На деке мы не видим ничего, кроме блинка БКБ. То есть сейчас эти артефакты, они уже не так страшны. Вот эти вот ДК Рейзеры, они просто толстые, да? То есть ДПСа может не хватить, чтобы убить Тини, у которого Black King Bar, у которого есть Висп в команде, который его, ну, опять-таки, будет делать еще более железобетонным, да, казалось бы, Тини и так тяжело пробить. Вот, ну да, с другой стороны, есть еще и Лишрак, но там БКБшка. И нападение в мид на Джио. БКБ врубает Джио, тэп-аут, ну и что-то нет, тут делаешь. А, есть ульта у Виверны. Ну ладно, так можно, так можно. Не запрещено. И ворвался Нюкс Ассасин, и все остальные подоспели. И Тини тоже рядом. Шадоу Демон минус Разор подхватывает. Будь здоров, так по лицу. Джио до сих пор не убили. Он также продолжает дамажить. ДК уже вновь по новой возвращает. Ну, тут уже не хватило урона. Просто затанчил все Бристлбэк. Потратили время, подошли тиммейты, разнесли им лицо. Фактически это тимвайп. Будут идти до конца. И ДК здесь тоже сейчас должны уничтожить. Всю ману из него выпили. Ну, в такой ситуации я бы сказал то, что забранный Рошан команды Рейв, он решил исход. Уже, наверное, можно сказать этого матча в каком-то смысле, потому что теперь Тини остановить будет очень сложно. В чем прикол? 6 слотов Разора против 6 слотов Тини и, ну, как бы при таком сверхлейте, в общем-то, Signature Trust могут драться. Но проблема в том, что Razer не может фармить так же быстро, как фармит Тини. Это точно. Во-первых, у Тини блинк, во-вторых, у него сплэш. В-третьих, он перемещается даже банально быстрее, нежели... Хотя не, Razer 400 имеет мувспида, а Тини... Ну, под виспом, если, то виспом он намного почти мобильнее. Почти равно даже будет. Да, и после того, как Рейв забрали Аегис, надо было Signature Trust быть, ну, более решительными, то есть нападать, и ну, там уже что будет, то будет. Сейчас уже, как мы видим, крайне тяжело сражаться. Ну и вот опять же, после этой драки денег в него больше, а где денег достать Рейзеру, фиг его знает. Наверное, только взять в долг. Можно пушить.
Но пушить уже тяжело. Уже тяжко, уже не то. Уже сейчас я бы сказал, что даже это то, что они в миде сделали, они как-то даже вот... если они так же подставятся, как и при пуше, только при пуше чуть попроще, может даже будет рейвом залететь. Razer решил делать Кирасу вместо Аганима. В принципе, это нормально, потому что физического урона у рейв достаточно много от того же Бристлбека, а брони ну, не так уж и много. Тинни разрушил вышку на топе. Слушай, а я думал, он тогда его поломал. Да, он не поломал, врубили в глиф и пошли ТП-шки. Я что-то это самое... Я тоже думал, что он убил, но я вспомнил, что врубили глиф, он с ТП-шки зашел и на хайграунде. Но тем не менее, то, что на топе вышка была очень сильно накоцана, сейчас позволило Крисе просто зайти на ТП. И пол тир-3 сгрызть, и при этом остаться безнаказанным. Он свободно уходит, бежит, на моме ему в спид достаточно, есть блинк-даггер, ты попробуй его догони. Да, догнать его уже не получится. Ну, Radiant'ы теперь будут зажиматься. Их будут сплитить очень часто. Заходит на Рошана рейв, чекают, что там имеется. Никого там нету. Ну, Бристлбек купил Синджинд Яшу. Если бы Винтер Виверна, вот тогда бы в Бристлбека ультануло и было бы побольше народу у рейв, скажем, там, то... Ну, уже и перефарм сказывается-то, Никит, погляди, где деньги сконцентрированы, тем более-то в ком. Ну и Разору тут не помешало бы уже какие-то дэмэджи там иметь. Мы уже видели, как они пытались убить Бристлбека, который вытерпел все, абсолютно все, что влили Signature Trust. И мне уж тут сложно подумать. И сейчас, возможно, тоже влипнут. Они сами в драку пошли первыми. И что в итоге? Пытаются убить Тинни. Неплохо вроде бы отработанный Винтер Виверна. Лишь Рак Висп там гоняет НБ. Висп должен спасать. А вот тут, по-моему, да, его убили. Все же Тинни убили. А байбек Тинни. Висп рядом. Джио. Его спрятали, Джио продолжает драться до конца. Спох неплохо вроде бы еще и подкопал Леона. Finger of Death в Лишрака, Майпро без маны, задинается Владстоном. Джей Пи отлетает куда-то там, летит где-то в лесах, Хаба уходит с ТП-шки. Пошли какие-то потери в ответ после байбеков, но есть и какие-то сейф ТП-шки, где сохранили жизнь некоторые игроки команды Signature Trust. В итоге вот так вот получается у нас по файт-рекапу. Ну, а Егис отдадут сейчас? В этом проблема. Потому что драку решили Signature Trust затеять, ну, в момент, можно сказать, появления Рошана. Ну, поэтому... сами же надеялись на как раз-таки на свою... Ну, почти получилось на самом-то деле. На свою победку. Я, наверное, немного был неправ. Ну, что я говорил о том, что, типа, этот матч уже, мол, там, предрешен, там, да, вот после того, как рейвы убили. Говорил я это о том, что... Как бы в тимфайте Signature Trust по-прежнему сохраняют, может быть, какое-то преимущество, но в сплитпуше, против сплитпуша они не могут играть. Если рейв не будут ошибаться, они должны побеждать здесь. Здесь заходит Лишрак у нас с Гостсептором. А чё, зря? По-моему, зря. Так, и вообще ничего не получилось. Слушай, убили Винтер Виверну, которая... А рядом Висп через 8 секунд с Релокей, там добавил неплохо мувспида, плюс Нюкс Ассасин подошел, подкопал еще раз Леон. Хороший дизрапшн, но вряд ли это спасет... БКБшечка Аба пошел на Разора, да, есть Аегис, наверняка не отходя от кассы, они его реализуют, но должны быть и остальные, плюс Висп с Релокей, там сейчас будет кого-то эвакуировать, по возможности подкоп Майпро, неплохо забросил Веланшем, плюс Тинни нормально палка его сверху огрел, теперь Лейкос без БКБшки является весьма уязвимой целью для команды. Пытается отойти, но тут крапасы сработали. Вновь мили его бьет Тинни. Тосом Finger of Death, 140 хп остается. И блинк-даггер, тут уже Тинни его настигает далее. Аба убивает Леона, но это лишь так, скажем так, последствия всего. И даже уходит же Йо от него, отхиливает его Висп. Ну тут уже откайтили соперника и... Короче говоря, задали жару здесь по полной программе. Вновь выезд Аба. Ну, Ксасасин. Нет маны вообще. Тинни разобрался рядом. Рядышком видели, как он разобрался. Теперь еще разберется и с Драгонайтом. Зря вообще он полез повторно получить какие-то деньги. Собирался, думая, что... Забавный момент. Винтер Виверна тут тоже недалеко было. Теперь об этом и знает команда Рейв. Ну что ж, итог боя. 4 фрага сделали команда Рейв, 3 фрага сделала команда Signature Trust. По золоту, по XP видите все сами. Урон, который нанесли, фактически одинаковый. Что с той стороны, что с другой. Ну а Егис порешал, естественно. Да, конечно. И графики подросли.
что дает опять же некоторые преимущества команде Rave. Ну и далее лишь только тини. Ассалт Кираса появится, и все будет уже чуть по-другому. Гиперстон уже будет в руках, Кираса появится, да прямо сейчас уже должна. Да, почти хватает золота Тини. Сейчас доберет последних крипов. И уже будет более бронированный. А когда у Тини много брони, его пробить будет тяжело. ДК. Что у нас там будет делать? ДК надо дэмэдж собирать. Ни в коем случае нельзя играть как, ну, по-старому. Ну, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Уже мы насмотрелись на ДК, герокоптеров, которые все время делают сенжиндьяши, которые... Слушай, он купил себе гиперстоун. Может быть... Ну, как бы керастоун вряд ли приобретет, потому что, я так предполагаю, Рейзер будет ее делать. А что еще можно из гиперстоуна интересного делать? Можно Мьёлнир, можно Муншард. Вот, Мьёлнир... Ну, на самом деле, может быть, и смотрится, но мне кажется, что... Не, хотя они очень жирные, толстые, то есть Мьёлнир повесил, там на Разора его бьют, он прокает постоянно. Короче, да, даже если это Мьёлнир, то ок. Вот, если это Муншард... Да даже вообще любой айтем из этого Гиперстоуна будет норм. Просто если это будет Кираса, скажем, то непонятно, почему Рейзер купил себе плиту. Так, для прочей... скажем так. Для армора. Для прочей мебели. Для армора. Чего? Она же дает 10 армора. Ну, все-таки приятно айтемы реализовывать во что-то, да, не просто покупать их. Это вот куртку там за 550 можно купить, как лишрак, да, чтобы иметь там какой-то резист дополнительный. Ну, лишрак, я думаю, что должен был это превратить в нечто иное, но пока не, что-то... Не, ему не во что это превращать просто-напросто. Просто слишком у Рейв много магического дэмэджа от Тини прокаст, от Леона прокаст, от... Ну, банально вот Никс Ассасин моноберными, ну, вечно он лишрака фокусит и... Много дэмэджа наносит и ману сжигает. Ну что ж, я думаю, что пока у нас все приутихло, все начали заниматься своими делами, опять же, что-то дофармливать, что-то еще, и, наверное, я уж не знаю, делаю ставку на то, что до следующего Рошана на карте ничего происходить не будет. Какой-то смог сложно организовать, поскольку Vision давненько не расставляли игроки, Vision здесь ни тут, ни там, по крайней мере, на вражеских лесах и вражеской территории. Поэтому смог слепую сейчас, в этот момент... Ну, либо сейчас, либо уже потом будет поздновато. Да и на кону будет стоять Аегис и Сыр. У Тини практически 6 слотов. Да, видимо, Никс Ассасин с Аганимом. Ну, закопался уже. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим. Ушел с блинка. Повезло, он так внезапно вылез из леса, а там соперник сразу оказался. Ну что ж, и 5 на 5. Готовы ли, Никс, ребята? Кстати, с Аганимом. Да, только что сказал. Не услышал тебя. У Каспера с Годхантом есть такая фишка. Они, когда кто-то друг друга не слышит. Так, погоди, у нас там разворачивается драка. Да, Рейзер, да, да, делает... Что? Кастует ульту. Плазма филд. Рейзер, я бы сказал, ничего не делает. У него 6-секундная БКБ. Он вжал БКБшку, якобы хотел драку ворваться. Бристлбэк тоже. Ее, конечно, отэвейдили рейвы. Бристлбэк тоже. Ну, это прожал. Понятно, что прожал. Себя спасал. У него тоже, кстати, 6 секунд будет. Но не хотят драться. Опять же, еще раз доказывают команды. Все, дракон у нас теперь синий. Теперь будет 4 синих дракона в перспективе. Даже 5. Считай курьера. Да, считай курьера. Его тоже можно в завес. Да, как китайцы любили после фида отправить курьера это в подарок. Это их реально любимое занятие было. Они вайпались впятером, и потом туда пролетает курьер такой и тоже погибает. Там буквально через 30 секунд после драки и... в смоках пробегают. ДК жмет БКБ. Еще и БКБ... Разводим на БКБшки. Всех разводим на БКБшки. Потом начинаем драться. Но я думаю, что внешнюю вышку-то два здесь они... просто обязаны забрать рейв. Да, трусливые ребята из Signature Trust. Все время жмут БКБшки. Ну, на самом деле, если бы там подцепили, то пришлось бы байбекаться. Байбекаться не хочется, если он вообще есть. Тавр в топе и так битый. И для Тини здесь буквально сделать 5 ударов не проблема. А, это была огромная ошибка. Ультанул сейчас товарищ на Винтер Виверне без спай. Теперь у него не будет ультимейта. ДК входит, станет. Тини.
кетчер на... Слушай, а как Бристлбеку хреново, да? Ну, нормально. Да, и Тини было тоже не очень хорошо, но он вжал впоследствии БКБшку. Разор очень неплохо накачал. Плюс 248 атаки у него сейчас имеется. Подкопали его, у него тоже нет БКБшки, поэтому вряд ли он до кого-то доберется. Заберут ли он, остальные все разбегаются. Кто куда? Но Тини, кстати, без пом могут вернуться, но Висп решил, мол, Тини, вали-ка ты давай. И Висп возвращается туда один, но при этом даже выживает. Да, бегут сейчас Сигнача Трасс. Возможно, они просто хотят использовать этот момент, чтобы продавить, ибо блэкинг-бары сейчас у них появятся. У них даже шадоу-демона нет, продавить разве что только линию. На хайграунд зайти без шадоу-демона сложно, он не будет тебя сейвить, не будет много драконов и так далее. Поэтому пока просто они так на карте чуть закрепиться постараются, где-то что-то там отпушить максимум. И Шива все же. Я хотел сказать, что раз уж он собрал себе Аганим и прочую... А, еще не собрал, я думал, что все же собрал. Нет, ну ладно, Шива тоже неплохо для Разора. Раз уж плейтмейл был... Ему Шва, тому товарищу Кираса достанется. Да, походу так. И Владмир у нас приобретает Висп. Мне кажется, этот мом на Тине надо продавать нафиг. Потому что, ну, во-первых, у Тини нет слота еще подо что-то. А есть деньги. Деньги есть. И если... Надо вместо мома купить Гиперстоун себе. Вот и все. Ну, не Гиперстоун, а Муншард. Вот на данный момент. Потому что под этим момом, ну, где это видано, где это слыхано, чтобы Тини на 10 тысяч золота опережал двух вражеских кор-героев. Ну, даже можно сказать практически трех, потому что у Лешего там тоже, у него 15, да, у этих там 13-12, соответственно. Начинается, ну, драка. И он впитывает, да, в замесе. То есть на него наваливаются, он умирает. Вот, а ему... Он умирает исключительно из-за того, что он под включенным момом огребает. Там еще и кетчер, если на него повесят, то он вдвойне ему будет неприятно. Вот. Поэтому, на мой взгляд, момчик можно было бы заменить на Муншард. И в перспективе, да, вот он, видишь, Муншард уже купил. Но пока его не меняет. Да заменит. Ну, сейчас Рошана заберут, а Егис будет, я думаю, что... Желательно бы в Тине, конечно, но... Некуда просто, поэтому он просто будет Бристлбеку. С собой... Бристлбеку, да, а сыр... А нет, Бристлбеку, наверное, отдадут сыр, а вот Аегис можно взять... Аегис, не, наоборот, Бристлбеку. Вступить. Ну ладно. Сыр забрал Нюкс Ассасин, да тоже сойдет. Просто ББ бы его 100% бы прожал, у него 3к хп, вот, и он вряд ли бы погибал так быстро. Ну что ж, для Signature Trust теперь встает вопрос, а как же все же дефаться теперь? А ведь помнишь, как они классно начинали? Я вот уже забыл даже начало матча и графики вспоминаю, а ведь действительно было все неплохо. Нравились и перемещения по карте, и вот этот пуш с внешними вышками, они тоже разобрались. Что заметь, они же первые разобрались с ними. Да, то есть они выиграли линию на топе, Razer хорошо простоял, они выиграли линию на боте, там лишь Рак нафармил больше Бристлбека, что вполне естественно, учитывая, что его саппортят. Вот, на миде только ДК проиграл слегка. И слегка, но немного, я уже смотрел ближе к 10 минуте, он имел почти столько же денег. Можно быстренько по артефактам пробежаться, там новенький у нас есть, ну, Глиммер Кейп у Виверны, может, он не такой уж и новенький, хотя я его раньше не отмечал. Ну, Муншард уже доехал. Да, ДК по-прежнему сбегает с Гиперстоуном, у него 3200 золота, деньги копят на байбек, но это может быть... Ну, типа, зачем ему байбек? Он придет без формы, что он будет делать вообще в замесе, если его убьют? Поэтому я считаю, что надо Кирасу покупать, если можешь. Падает линия. Ничего с этим поделать не могут. Станет Джио, он, ну, спиной стоит, вешает кетчер. Вроде чуть больнее стало, он себе тащит Тараску. Висп его начинает регинить. Никс выкапывается, он там, кстати, в земле нормально дает моноберны. Ворвались, ну, нападение Тини. Так себе, я смотрю, уже БКБшку хоть взял Лейклс, пошел наперед вместе с Лишраком. Джио оставили где-то позади, но Тини расправляется и с тем, и с другим. Достаточно, опять же, большая скорость атаки, его только сейчас чем-то там подстанили после БКБшки, но все вовремя он прожал. Сейчас Верка продолжает его бить, у него, да, нет у него Егиса. Но уже убили Разора, Винтер Виверну, Драгон Найт. Сейчас вот-вот вскоре закончится Драгон Форма. Опять же, мы говорили, что ему делать без Драгон Формы. Мог бы купить себе там Кирасу, но все же остается с деньгами на байбек. Минус одна линия, переключается в мидл Крисси.
Ну, типа, может быть, ему там не совсем хватает, но как минимум закупиться айтемами, там, продал бы стики, и, может быть, бы хватило. Не, наверное... Не, кстати говоря, хватило бы, наверное, на Кирасу. Сколько Кираса стоит, глянь? Да хватило бы. 5 с лишним? 5250. 5250. Вот у него гиперстоун есть и... 2000. Было 3200. Да. Точно бы хватало. Вот часто тем более. Ну и переключается на третью линию команда Рейв. Попытается, конечно, что-либо сделать команда Signature Trust. Задувает Драгонайт без драгонформы. И в итоге Джио вгрызается в них. И там под БКБшку уничтожает Шадоу Демона. Подкоп великолепный был от Райора. И теперь уже теряются бараки. Пока Signature Trust... Просто три линии. Три линии за заход. За один заход три линии. И так и не смогли выбить ни Аегис из этого товарища. Сыр сожрал Нюкс Ассасин. Но тут ничего зазорного в этом нет. Драгонайт упал. Упал, споткнулся. Сделал, как только вышел с фонтана. Что теперь? Сделал бабека, ну у него форма есть, ладно. Ну хотя так, ну что с мега-крипами делать, да, скажите, пожалуйста, товарищи. Мега-крипы, думаю, что и тут и мы чуть уже, да, good game well played. Ну, играть надо жестче, команда Signature Trust. Если ты начал давить, дави до конца, ты же спушил всю карту. Мап-контроль, ты занимаешь карту, ставишь форды во вражеский лес и продолжаешь давить. Особенно таким пиком. Ведь синий все же собрался, они же оттянули время. Ну, видишь, они отдали Рошана в тот момент, когда пушили. Вот, просто отданный Аегис, видимо, напугал ребят. Ну, но, на знаю. Мой взгляд, после того, как Тини забрал Аегис и начал фармить, на мой взгляд, у команды Signature Trust просто не было выбора, им надо было идти. И неважно, боятся они там драться, не боятся, впоследствии это приводит вот всегда к такому, когда ты не можешь прервать сплитпуш никак. Нечем. Все тебя перефармливают, у Тини на там, 15-10 тысяч золота больше, чем у любого кора. И вот если бы он купил Муншарт вместо Мома, его бы вообще было бы не убить. Ладно, мы передаем подожди, наше подожди, слово. Подожди. Я думаю, что сейчас аналитики готовы. Я опять же, ребята, повторюсь, не знаю, там аналитики помнят или нет, но у нас есть хэштег в Твиттере. Вот он, вот здесь, вот подо мной, IT5.ru. Я читаю ленту.